Обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе Дэниел Джейкобс признался, что является ценителем боксерского таланта своего будущего соперника, непобежденного Геннадия Головкина. «Мой сын – фанат Трипл Джи, у нас нет предубеждений, так что я тоже фанат Головкина. То, что мы выступаем в одном весе, не значит, что я не люблю или не хочу смотреть его бои. Я следил за ним всю свою карьеру. Он великий боец, у него захватывающий стиль. Многим людям нравятся нокауты, я тоже их люблю. Но знаете, вы никогда не ошибетесь, решив посмотреть на такого парня, как он. Потому мы его фанаты. Однако 18 марта будет совсем другая история», – поделился Дэниел Джейкобс. Как мы сообщали ранее, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо может провести поединок против 30-летнего россиянина Дмитрия Михайленко. Промоутер Михайленко Алексей Титов сообщил, что такой поединок может принять Екатеринбург. «Нам действительно интересен такой поединок. В июле в Екатеринбурге пройдет очередная промышленная выставка «Иннопром». И мы хотели бы в рамках этого мероприятия провести очень большой бой. Но для начала Мэнни нужно победить в Австралии, после чего мы сядем с Бобом Аромом за стол переговоров. На следующей неделе у меня будет встреча с Михайленко. Он был настроен на матч-реванш с Маньючи в мае. У нашей компании есть еще один боксер в этой весовой категории. Так что если по каким-то причинам Михайленко не сможет боксировать с Пакьяо, мы с Бобом все равно будем обсуждать возможность боя с Мэнни в июле в Екатеринбурге», – заявил Титов. Только что была официально подтверждена информация о поединке между чемпионом мира в первом среднем весе Саулем Альваресом и экс-чемпионом мира в этом же весе Хулио Цезаром Чавесом. Данное противостояние состоится 6 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena. Бой пройдет в промежуточном весе до 74 кг. Несколько минут назад в Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания поединка между чемпионом мира в суперсреднем весе по версии WBC шведом Баду Джеком и чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBF Джеймсом Дегейлом. Вес Джека составил 75,7 кг, тогда как стрелка весов под Дегейлом остановилась на отметке в 75,5 кг. Напомним, что бой Дегейл против Джека состоится завтра поздно ночью в Нью-Йорке.